Здорово, народ, с вами Олег, и добро пожаловать на мой канал. А мы с тобой продолжаем играть нашу с тобой любимую игру под названием «Одни из нас». Ну и что ж, покинули мы с тобой нашу передовую базу цикад, вововцев, и направляемся с тобой на поисков Оуэна. Но сдается мне, ребят, что Оуэн... Вроде бы как у них там была неувязка такая с шрамами, но сдается мне, если вы помните, в прошлых сериях мы были, помните, на той яхте и нашли там одинокого отца, а точнее его на скелет, сидящего на кресле. И при нем была записка, то что на них напали шрамы, а они убили типа маму, и... Отец ничего не смог сделать, как бы, и дети на это сильно как бы обиделись и ушли и примкнули к шрамам. Ну и вот. И потом, после того, когда мы с тобой попали на нашу передовую базу ВОВ и поднимались к Айзеку, и Айзек сказал то, что Оуэн, как бы, мол, дезертир. Примкнул вроде бы как на сторону шрамов и подстрелил вроде бы как Дэви, если я не ошибаюсь. Тот Дэви приполз раненым с простреленным животом до базы, до передовой базы ихней, и вроде бы как там умер. Мы его видели мертвого там на базе. Ну и сдается мне, это все неспроста, то что он так сделал, это мои личные догадки, может быть оно так и будет дальше по сюжету, то что мне кажется... Оуэн решил спасти этого мальца Макса, например. У него вроде бы как... Помните, двое сыновей было у того отца на яхте? С яхты, которого мы нашли запиской. Вот этот же скелет, сидящий на кресле. И вот, и он, мне кажется, решил защитить этого пацаненка. Посмотрим, это так или нет. Вот как раз мы с тобой туда и отправляемся вызволить Оуэна и узнать, в чем дело. Но мне кажется, это будет так. Так, там стрельба, я слышу стрельбу вовсю. Так, а вот тут турникет или что это, мы сможем тут с тобой пройти? Давай, Эбби, ты же там, я не знаю, анаболики там всякие, стероиды ешь, наверное, просто там, я не знаю. Еще бы. Еще бы, говоришь. Через стену. Ты должна, блин, одной левой там, блин, открыть. Хотя в такое апокалиптическое время, где она только могла найти всякие анаболики? Ну, у нее вроде бы как в прошлом отец был фармацевт, может быть, отец всему научил делать. Всякие там штуки, лекарства. Так, и нам бы как-то с тобой залезть. Давай, Эбби, а сможешь вот тут сесть на шпагат, как Жан-Клод Ван Дам в рекламе? Подожди-ка. А дальше-то куды? Ну, туда никак. А как туда залезть? Эбби вроде бы и не умеет как бы по деревьям лазить. А вон я уже, кажется, вижу, куда. Так, вроде бы еще зомбарей слышу там. Что это такое? Северная Дакота? Норт Дакота, 89-й год. Чапалах не выскочит из-за угла сейчас какой-нибудь. Ну конечно же, твою мать. Ну чё? Блин, да я не успел. Обычная игра говорит, нужно там зажать квадратик там, либо еще что-нибудь. А тут надо было просто ползти. Вот тупой уродец, а. Блин.
Эбби, мочи этого дрыща. В голову стреляй. Чертов дрищ. Начало хорошее. Ну да. Ну, для тебя они, Элли, наверное. То есть, Эбби, для тебя они все дрищи, наверное. И сколько мы вообще будем, интересно, играть за Эбби? Итак, не надо бы, наверное, подкачаться. Так, давай аптечку сделаем. И давай потратим наши с тобой пилюльки. Свистульки. Тайные операции. Вот, кстати, всякие заточки можно, давай сделаем. Изготовление заточек. Это круто. По две заточки. Скрытно убивает врагов и спасает от захвата щелкунов. Создаются две заточки. Ломающиеся. Блин, ну такое было в Last of Us 1. А тут они почему-то дали такую механику, по-моему, именно за Эбби. Нифига себе, сразу 20 лекарств. Я успею до заката. Лучше поспешить до заката. В смысле, почему? Станут агрессивнее зомби или что? Вроде бы раньше такой спешки не было, прям чтобы до заката куда-то успевать. Направить вас она видит. С обрыва. А, ну или так. Она направит вас с обрыва. Нельзя, да, пройти? Окей. Блин, и допустим, я сейчас захочу скрытно убить зомби. И мне что, придется потратить заточку? А я не хочу. Так, ну я не хочу. Так, заточка для скрытных убийств. Просто давай скрытое убийство. О, блин, ну хоть выбор у нас есть. Да, блин, не хочется просто так тоже заточку тратить. Именно в каких-нибудь там ситуациях. Так, мне бы бимбу сделать, ё-моё. Не из чего. Так бы я их сейчас забайтил бы всех в одно место бы. И бимбу я подорвал бы. Еще ходит зомби. Зомбятина. Ты увидел, да, или что? Подожди, я тебя заточкой хотел щелкнуть. Да ладно, ты что, не убил? Не убила ее с одной заточки этого щелкуна? Ну да. Все. Ага, это все. Но заодно и затестили с тобой заточки. И, блин, ну чтобы убить щелкуна, требуется две заточки. Может быть, какой-нибудь потом у нас перк будет, чтобы с одной заточки как бы выносить их. Протиснемся там. К нам туда или сюда?
тупик. Окей. Ух ты, сейф. Так, а как это дело все нам открыть? Где-то должна быть заметка, либо подсказка. Но тут вроде бы ничего нет. И эта заметка не должна как-то далеко находиться. Думаю, сейчас где-нибудь тут найдем заметку. Кучу всяких тварей, да? Тогда я хоть посмотрю, где они там. Требуется заточка, в смысле? Давай тогда хорошо забатим их туда кирпичом, попробуем подорвать. Да, в смысле, а как второй выжил-то? Еще сотни, если не больше, в разы больше, в много разы больше. Ты, а где кот, мы с тобой найдем вообще немножко кода и шести цифр? Блин, я боюсь дальше продвинуться по сюжету, и боюсь, не мы с тобой не вернемся обратно. Я же уклоняюсь, алло. Уродец. Говнюк. Сидел тут в туалете, кемперил. Так, пульки на дробаш. Значит, дробаш уже, по идее, мы должны были найти. Я думаю, может быть, он там в сейфе. А нет, вот он, смотри. Зашибись, да. Ух ты, дедушкин ружье. Пригодится. Здрасте, блин. Повылазили. Красиво получилось. Ты да хорош, дайте мне кот. Дайте мне кота. В
Где мы могли с тобой код тогда пропустить? Может быть, этот код где-то здесь? Все-таки это тоже рестораны, они как-то, может быть, связаны друг с другом. Но нету нигде. Пистолетные патрики. Подожди-ка, ребята, вот походу и код мы нашли с вами. Ты тут долго пробовал. Пропустили одно местечко. Пророчица моя, прошу тебя, друг, старейшина, мудрость, чтобы они привели нас к победе над нечестивыми псами. Прости, что тревожу тебя, но времени мало. Надеюсь, я успею добраться до врат мученика и передать тебе свои слова. Молю тебя, присмотри за моим сыном, пусть он будет счастлив, пусть он выживет с тех пор, как псы нарушили мир, погибли многие. Молю тебя, пусть мои родные доживут до награды за эту жертву. Равновесие мира нарушено, но я сыграл свою роль в его исправлении. Ты вела меня сквозь бурю, теперь мне нужен покой. Да успокоится буря, укажи мне путь домой. Дорога, может, не надо вступать в секту псих? Так, а кода не было. Блин. Блин, к сожалению, кода там не было. Подожди-ка, вот еще что-то. Реликвия мага, приз получен. Зато нашли какое-то китайское яйцо или что это такое. Отложить, да. И дали достижение. Круто. Наверное. Но кода никакого тут не было. Ну все, как бы все осмотрели. Поехали тогда с тобой дальше. Врата мучают. Какой-то китайский квартал прям, смотри. Перемирие кончилось, а вы все равно прете сюда. Мы же вымели отсюда эту хрень. Подожди, а там никак вроде бы не попасть. Это что за будка? Так, а там монтировка, смотри, есть. Так, подожди-ка, погодь, оттуда пролезть можно? Ну нет, надо что-то подвинуть. Либо с той стороны залезть. Ну-ка, давай-ка сходим. Так, заметка. Кам, спасибо за записку. Знал бы ты, как я по тебе соскучилась. Кстати, я все еще охраняю эту пророчницу. Я тебе не рассказывала, но в прошлую смену я с ней говорила. Я спросила, зачем она это делает, почему не прикажешь своим людям сложить оружие. Сперва она стала нести обычный шрамовский бред, типа мы слишком зависим
от машины должны вернуться к природе. Но потом признала, что сама не хочет войны. Она сказала, что эпидемия — это как звонок будильника, но он разбудил нас всех. Ну или что-то вроде. Мне было очень интересно, но тут пришел этот придурок Льюис и дал мне по шее за разговоры с пленной. А когда он стал орать на нее, она лишь улыбнулась ему в ответ. Даже когда охрана била ее и заталкивала в камеру, она спокойно улыбалась. Это было жутко. Все говорят, что она чокнутая. Скажу, кажется, я начала понимать, о чем она говорит. Да, эти шрамы кончены психо, а вот в ней действительно что-то есть. Айзек. Ты превратила сумасшедшую в мученицу. Да. Ух ты, кобура. Блин, прикольно, кобуру нашли. Так, там еще можно монтировку забрать. Монтировку Гордона Фримена. Так, давай еще тут все осмотрим. Ё-моё. Чё за шрамовский храм на колесах? Может быть, я хочу невозможно, но прошу тебя, благослови псов прозрением, мудростью и любовью, чтобы они смогли отринуть свою гордыню и сложить оружие, даруя нам мир. Хочешь мира? Легко. Сиди на своем острове. Офигеть, сколько тут всяких заметок. Порочница, даруй своим детям благополучие силы, чтобы очистить этот мир от скверны и начать все заново. Просишь. Да, Коди ни слова. О, кому-то захотелось любви. И... ну и прочий бред там о заметках. Сколько патронов. Для дробаша уже аж нет места. Солнце. Стену Эбби не сломай. Все нормально. Работать солнце еще не зашло. Так, это альтернативный путь туда. Не, ну я без того вскрытого сейфа никуда не уйду. Как бы там бы солнце бы не зашло. Между прочим, такой квартал красивый. Со всякими декорациями. Блин, друзья, к сожалению, я не нашел код от сейфа. Обратно я уже вернуться не могу. Ох, нифига себе. Так, это было жестковато. Или, быть может быть, в будущем туда вернемся еще. Подожди, а давай попробуем забайтим их куда-нибудь, а? Блин, ну ради одного тратить грину. Слушай, может быть, так всех давай перебьем? Саша, эй, видишь что-то? Ничего не вижу.
Давай-ка подожди-ка, знаешь что? Попробуем еще глушитель сделать, да. Так, на 3 выстрела, да, у меня глушак? Кстати, быть может быть, нам еще где-то тут заметка попадется. Блин, там снайперёнушник, что ли? Блин, промах. Энджел, что там? Здесь ничего. Так, больше глушака не смогу скрафтить. К сожалению. Нужна бутылка и нужна тряпка. Так, ты сюда подойдешь или как? Давай их валить нафиг. Где там наверху еще? Давай, давай, подходи. Реально снайпер засел у них. И не один. Сколько их тут? Уродцев этих. Ну, по крайней мере, я думаю, еще один остался. Это точно. Пронесло. Думаешь, пронесло? Там еще бегают. Наверху. Бутылка, тряпка, если что, уже глушак можем сделать. Там она. Вот пес. Сейчас ты умрешь. Ну высунься. Патриков немного нашли. Наверняка тут можно. Так, аптеку не могу сделать. К сожалению. Так, я думаю, немного ресурсов мы еще тут с тобой найдем.
чтобы нам того хватило сделать аптеку. Пожалуй, можно пробраться здесь. Жесть, в каких катакомбах они живут? Черт, тебя вообще пофиг. Надеюсь, он шел не тут. Гад одной правой, блин. Тяжеленный шкаф подвинула или что это? Так, а тут чьи-то шмотки. Давай-ка сразу подхиляемся. Вот оно где. Надо только спуститься на улицу. Ладно, я смогу. Это что такое? Конечно, я пришла в гости прямо к шраму. Так, верстак. Давай сразу оптику, наверное, сделаем, а мне не хватает. Значит, копим. Ребенок, родившийся у серафитов, подобен чистому листу, а ничего, кроме потенциала. Ты же раскрыл этот потенциал, так что произошел все мои ожидания. Ну и прочий бред. Очень мило. Хотя и жесть, конечно. Звуковые ловушки у них тут повсюду, смотри, поставлены. Щёкнутая сука. Ты понимала, во что это выльется? Старейшины будут рады видеть лагерь так близко от врат мученик. О, черт. Ну, просто шагает вниз. Но для наших целей сгодится. Может, нам помочь с поиском беглецов? На закате я не либо. Нашли псину! Ох, ё-моё, нифига себе. Боже мой, хватай ее. Алло. В смысле? Короче, давай просто всех валить нафиг. И не будем с ними цацкаться, блин, а? Еще там одно бегает. Блин, разброс большой, что ли? Ну вылезешь из-за стенки или что? Так, вытаскиваем эту тупую стрелу. Блин, печально. Все, на хп. Она здесь! Да, наверху! Боже мой, тут норы повсюду. Блин, три пульки в тело, это много. Как тут нельзя стенку проломить? Оп,
Чуть не упал. Она бежит! Там, наверху! Так, а почему ты меня видишь, а я тебя нет? Он где-то тут был. Где они там в своих норах лазят, я не пойму. Ну окей, давай, подожди, где ты там? У нас тут псина! Я тебе сейчас покажу псину. Оба подхилялись. Можно смело еще пачку выносить. Сколько вас, просто охренеть. Рот. Схвати его, ты чё? Просто ух, да, эбе. Урод! Ни хрена себе! Ё-моё! Не дать ей уйти! Так, надо что-то придумать срочно. Урод. Что я могу скрафтить? Ничего. Ну-ка, ну-ка, может быть, он сюда сейчас сам подойдет. Так, подожди-ка вот. Ну-ка глянь там. Берегись! Все, посвистел нахрен. Так, давай найдем чем хильнуться, а?
Еще свистят. Оба. Я там сюда сейчас вылезет. Так. Вроде бы все, да? Вроде бы все, раскидали их, пацаны. Вообще их без хитпоинтов как не развалили. Круть. Так, бинтик нашли, немного хильнулись. Так, подожди, к аптеку не могу скрафтить. К сожалению. Дело, только и спускаемся. Какого хрена? Тупые серафиты. Давай, ебин нафиг, кусай ее. Давай мышцами ее зажми нафиг. Упс. Четырьмя месяцами ранее. Оуэн. Оуэн. Привет. О, все в порядке? Да. Я не вовремя? Нет, нет. Ну, так что? Пришел приказ? Типа того. Типа того? Знаешь что, может, давай мы хоть на минуту отвлечемся от Айзека? Оуэн... Когда ты последний раз здесь была? Посмотри, какая красота. Ну что ж, дорогие друзья, заканчиваем наше с тобой прохождение. Надеюсь, тебе понравилось. Не забывай подписываться на канал, ставить лайкосик. С тобой был Олег. До скорой встречи. Пока.